Всем привет! Сейчас специально для канала Банковский мы поговорим про комиссию для карт Тинькофф в банкоматах Сбербанка. Если рассматривать дебетовую карту Тинькофф и снятие наличных в банкоматах, именно банкоматах банка Сбербанка, то здесь комиссии будут разные. Но для начала давайте поговорим, что у Тинькофф банка есть свои лимиты на снятие наличных. И есть свой лимит на снятие наличных в любых посторонних банках. И он составляет 100 тысяч рублей в месяц. Если вы укладываетесь в этот лимит и не превышаете снятие наличных на 100 тысяч рублей в месяц, то здесь можно снимать наличные без какой-либо комиссии, но снятие наличных за один раз должно составлять минимум 3000 рублей. То есть, если вы снимаете 3000 рублей и более, то не будете платить никакую комиссию. Если же вы хотите снять сумму менее 3000 рублей, то здесь будет взиматься с вашей карты комиссия, которая будет составлять 90 рублей. Ну и плюс здесь еще обращайте внимание, что в разных банкоматах Сбербанка могут быть свои ограничения на единоразовое снятие наличных. То есть, например, банкомат может за один раз выдавать либо 5000 рублей, либо 7500 рублей. Ну и соответственно, если вам нужна большая сумма, например, в 50-100 тысяч рублей, то нужно будет стоять и снимать вот такими маленькими суммами. Конечно, это не совсем удобно. Второй случай, когда вы уже превысили лимит, то есть сняли денег в посторонних банкоматах, то есть не в банкоматах Тинькофф, уже сумму, превышающую 100 тысяч рублей. Тогда, если вы захотите снять еще совершенно любую сумму, менее 3000, более 3000, неважно, то здесь с вас будет взиматься комиссия, которая будет составлять 2% от снимаемой суммы. Это обязательное условие, ну и соответственно, когда вы будете снимать наличные, то должны проверить, чтобы на вашей карте было больше денег, чем вы хотите снять, чтобы этих денег хватило еще и на погашение комиссии. Ну а ссылки на самые лучшие кредитные и дебетовые карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято специально для канала Банковский. Если оно оказалось для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания.